И всем привет, ребятки! Сегодня у нас Чиликват. И почему я показываю скин, сейчас вам расскажу. И мы пойдем. Итак, ребятки, почему я показываю скин? А все потому, что на предыдущей трансляции, я показывал свой скин. Просто мне уже надоело все это вырезать, где я показываю скин, знаете. Вот. Поэтому я решил все-таки же его как бы показать, потому что мне уже надоело. Но все-таки же я буду показывать, как я его делал. Ну, вот, ребятки, итак, на чем мы остановились в предыдущей серии? В предыдущей серии мы остановились, что мы сделали такой вот огородик. Да, ребятки, и тут мы не достроили еще второй этаж, но... Я сказала, что мы его должны достроить сегодня. Вот. Ребятки, поэтому, ребятки, дерева у меня нету, да. Поэтому мне надо сейчас нарубить дерево. Так, сейчас. Стоп. А, нет. Тогда все-таки же мы идем добывать дерево, как всегда. Блин, уже ночь, сейчас, блин, эти монстры, блин. Ладно, надеюсь, что все будет окей. И пройдет без этих, знаете. Ну ладно. Добываем дерево, да. Вот, ребятки, еще я бы хотела сказать, что, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Потому что я очень сильно хочу 2000 подписчиков. Вот, это моя мечта. Вот, ребятки, чтобы исполнить мою мечту, пожалуйста, ребятки, наберите 2 миллиона, 2000 подписчиков. Я буду очень сильно рад. Ребятки, сейчас на канале где-то 1200 с чем-то подписчиков. Где-то так вот. Я очень сильно хочу, чтобы вы исполнили мою мечту. Вот, ребятки, поэтому, если вы хотите, чтобы я исполнил, если вы хотите мою мечту, то тогда набирайте 2000 подписчиков. Я обязательно сделаю. И будет, помните, как на 1000 подписчиков сделал всего? Я сделал нормальные обложки, я начал интро делать. Я все сделал. И очень круто. Вот, ребятки, вы все равно мне как будто не поняли. Вы продолжаете так медленно наблюдать этих подписчиков. Ребята, пожалуйста, наберите 2000 подписчиков. Для меня это будет что-то с чем. Вот, так мы уже добыли дерево. И давайте строить огородик. Так, а земля уже есть? Нет земли. Как всегда. Забываешь что-то, и потом надо... Ну ладно. Вот, ребятки... И еще на 17 серии мне написал тоже подписчик, чтобы я сделал коврик. Да, ребятки, мой дом очень красивый, да. Но он попросил сделать коврик. И да, ребятки, только я не знаю, как его красить. Да, ребятки, почему я это не обратила внимания на предыдущей серии? А все потому, что, ребятки, тогда я эту серию снял еще до того момента, когда он написал. То есть я снял на потом. И поэтому я как бы, не сделал обещание. Но, ребятки, тебе надо две просьбы. Надо огороды сделать и коврики. Короче, жесть какая-то. Так, сколько мы уже добыли? 46. Сойдет, надеюсь. Так, ребятки, к коврикам приступим потом еще. Сейчас я хочу сделать все-таки же, вы поняли, огородик. Вот, поэтому мы начинаем. Так, вот, второй этаж. Блин, эти лианы. Так, надо тут добыть дерево, чтобы оно нам не мешало. И как раз получить еще больше дерева. Да, ребятки, это на мной. Так, все дерево на своем пути срубаем вообще. Ладно, все. Так, это земля уже. Так, давайте. Я не должно быть этих лиан. Вот вообще не должно быть. Давай, хотя бы вот столько. Давай. Так, там еще можно. Давай.
И как вы заметили, еще у меня какой-то голос чуть-чуть изменится. Да, ребятки, все потому, что я заболел. Ну и так сильно. Вот, поэтому я еще могу снимать ролики. У меня просто как-то простуда. Ну, вот. Ребятки, может тут быть еще какие-то другие комнаты, но... Ну, на огороде как-то, ну, неприятно делать вот это. Поэтому просто сделаем, наверное, окно. Да. Обычное хорошее окно. Да. Без этих. Ну, примерно так вот это будет выглядеть. Вот так, тут еще дерево у нас есть. Боже мой, это жесть какая-то. Сколько у меня дерево, это жесть какая-то. О, креперы, привет, все. Так, ребятки, давайте заберем окно, чтобы сразу поставить окно и не ломать там, знаете, как я делал. Так, где тут у нас где-то завалялось это окно. Вот. А, только 10 стекол, классно. Надеюсь, что хватит, да. Надеюсь, что хватит, да, ребятки. Ой-ой-ой. Так, вот тут надо уже сделать окно, да. Вот так вот примерно. Вот так все. Так, и факелы нужно еще. Но это мы потом сделаем. Вот, ребятки. Может тут сделать где-то такое вот окно, знаете? Ну, можно было попробовать, да. Давайте где-то вот тут сделаем. И вот тут надо сделать еще один штрих. Вот так вот, да, все. Так мы сделаем. Между лестницами. Да. Опять дерево мешает. Ну, вы уже задолбали со своим деревом. Я чего не упал? Фу, боже мой. Ладно. Так, где мы будем строить окно? Тут будем, да. Так, стоп. Раз, два, три. А, да. Давай сделаем так, да. Все. Ставим сюда окно. И все. Вот. Вот. Ай, боже мой, я чуть не упал. Ладно, все. И тут можно было поставить ему, но у меня нету вещей для этого. А это будет пока что просто пусто. Ну, вот так, примерно, будет. Ну, вы поняли. Так, опять это дерево мешает. Что мне поделать? Давайте лучше тут будет окно. Ну, блин, достали это все дерево, блин. Дерево, боже мой. Так. Поль. О! Так, второй слой делаем. Вот так, все, есть. Второй слой, да. Там, блин, эти деревья уже задолбало. Все, есть. И делаем теперь третий слой, да. Последний, где будет уже крыша, знаете, вот это. Это все. Так, стоп. Вот так сделаем. И теперь делаем еще один сок. Да, все. Да ну, боже мой. Все, теперь делаем крышу. Да, нашу крышу собственную. Можно было еще тут сделать окно, но... Ну да, давайте тут мы сделаем тоже. Так, а... Вот так вот будет, но будет смотреть. Это, все. Такое будет окно на дерево, классно, да. Так, все. Мы сделали.
Наконец-то огород. Теперь надо песок, чтобы сделать окна. Давайте пока что ночь. Мы не пойдем с песком, да. Подождем. Пока что посмотрим, как крафтятся эти. Ну, полы. Ну, короче, мы поняли. Так, ну, коврик. Коврик. Ой, боже, что есть? Что сделал? Все хорошо? Я чуть не обожила, я испугалась, я просто нажал на F11. Ладно, все. Будем за F11 уже. Так, коврик. Не понял. Что за... Ну, коврик. Как кажется он. Эй, коврик! Вообще не понял. Ковер может. Коврик может. Как он называется? И мне не надо сейчас зайти в креатив, потому что больше никак. Это в этом видео. Не придется. Ну, хотите, не хотите, но это надо. Так, не прав. Так, все. Гейм вот один. Все. Коврик. Обычный коврик. Вот. Ковер, белый ковер. Что-то я вообще не понял. А тут... ковер. Ковер. Нет. Это очень странно. Почему у меня он крафтится, я не понял, эй. Ковер. Вот, это не честно, эй. Чё за... Ну пусть, давайте, будет... нет, это точно... Ну, зеленый это. Нет, давайте разных цветов. Так, давайте вот это мы все отложим. Потому что оно у нас будет разных цветов. Вот так вот мы сделаем все. Да, все. Так, давайте тогда... Пусть будет желтого, точно. Вот такой вот пусть будет, вот такой вот. Не, давайте по стаку, мы уже будем ковер делать в выживании, да? Все, ребят. Если не хватит! Все. Лаймовый точно. Красный. Все нет. Вот этот. Вот такой вот. И, наверное, вот такой. Все. Вот сколько нам, наверное, будет достаточно. Все. Все, теперь переходим в гейм 0 и все. Так, давайте тут уже будет где-то начинаться. А давайте тут будет. Все, вот тут. Какой мне же... Так, давайте начнем. Тут будет у нас такой вот желтенький. Это где сделать вообще? Ну, допустим, вот так вот будет. Вот заходить в эту комнату. Вот так вот будет. Все. Теперь это лаймовый. Так. Нет, так, стоп. Давайте вот этот мы сломаем. И за ними вот эти. Вот так вот это у нас все будет. Вот так. Получается красиво, ну да. А где мне, блин, красный уже сделать? Боже, это что такое? Сейчас ловушка, тут вообще нигде ставить. Вообще нигде. Может вот так вот как-то сделать. Все! Держись. И тут у нас будет такое вот. Красиво будет. Да. И последний, наверное, будет оранжевый. Только тут он должен помещаться. Блин, ты так красиво выглядит, прям вообще. И вот сюда. Все, да.
делаем. Блин, это очень красиво выглядит. Теперь стали еще круче знать такое, да? Может, тут все-таки же. Ну нет. Так, давайте тут тогда начнем. Давайте тут начнем с белого. Давайте как-то он будет вот так вот, что ли. А тут нельзя. И вот так вот. А тут. А, не, я сюда вот. Тут мы красный, наверное, красный. Вот так вот. Вот так вот это получается. Теперь мягко ходится. И да. Так, на кухню мы уже сделали. Так, тут не должно быть ковер. Так, тут, там. Там вообще это. По лестнице делать ковер, это как-то вот нет. По лестнице точно. Вот тут, все, второй этаж. Вот тут будет самое интересное, считаю. Так, давай вот сюда. Ставим просто рандомно этот ковер, все. Где будет, там и будет, все. Вот тут, пусть будет и вот. Нет, будет другой красный уже. Ага. Так, все. Вот теперь вот голубенький. Ну и сюда вот. Блин, так хорошо смотрится вообще даже. Так, вот такой вот пусть будет. Вот сюда вот. И последний вот такой вот. И все. Вот такой вот. Прекрасно вообще. 6. Просто. Стоп! А почему тут нету двери? Вопрос. Стоп. Почему тут нету двери? Это можно легко решить, да. Я прямо что-то не понял. Ну ладно. Пусть будет так все. Так. Вот теперь так, тут балкон точно. Тогда вот сюда вот и тут мы начинаем опять. И вот сюда вот. Будет, тут очень маленькая комната. Поэтому тут вообще не хватит. Ну, вот так. Вот, все, вот так. Ну, не маленькая, но просто тут, ну, мало места. Ну и все, да. Остальное нам не нужно, поэтому заходим в продукт креатив и все это удаляем, да, чтобы не было вопросов. Вот это мы возвращаем. Так делаем, что все как будто ничего и не было, да? Все. Все, ребята. А, так, сундук чел, вот это мы все ложим. Вот все. Тогда все это дальше в сундук чел. Все. Так, вот это, ну тогда все. Ну и все, да? Вот так быстро все это и мы и сделали. Да. Так, все. Ой, боже, все. Давайте все, уже утро, ребятки, полностью утро. Теперь давайте пошли добывать как бы песок. Песок, да? Обычный у нас песок, да. Без ничего. Блин. Всегда мне это напоминает вот этот из пятой серии. Мне это напоминает все из пятой серии. Ну и серия стрима, я там тогда снимем. Стоп. Я вроде сюда пошел тогда. Не, я не хочу сейчас заблудиться опять, как в пятой серии. Так, вот тут где-то должен быть. Вот он, да. Так, тут где-то я. Вот он. Все. Блин, это какая-то ностальгия получается. Старый дом, пятую серию, например, блин, жесть какая-то. Ну просто реально. Это очень как бы, ну,
Это правда, если что, да. Очень вообще. Блин, вот хорошая была идея строить рядом с домом, блин. Если бы я бы тогда не умер, я бы тогда уже тут все построил. Но нет, все, да. Все, да. Ничего, собственно. Блин, тут какие-то раскопки, как бы. Ну, такого скоро уже места нет. Если потом, когда будет мне песок продать, потом все это выкипает, все вообще будет. Так, сколько у меня песка уже? 51. Ну, хватит, надеюсь. Это же очень сильно хватит. А теперь домой. Так, вот, пища, все. Я помню, куда идти, не спрашивайте. Так, вот все, я сейчас уже приду. Да, вот он все. А, так, да. Так, все, теперь в печку за переправкой. Вот все. Пусть переплавляется. Вот, ребятки, давайте уже начнем делать окна, но, ребятки, мы это уже сделаем в следующей серии. Да, ребятки, надеюсь, что вам очень сильно понравилась эта серия, все такие серии еще. А так, надо выкачать по пустяке. Сочек поэт, всем пока, всем.